Песня олимпийской тематики «Мишка, зайка, леопард» написана поэтом Владимиром Сапрыкиным и композитором-педагогом по классу вокала Людмилой Куликовой. И вначале мы хотели что-то найти в интернете на спортивные темы, но, к сожалению, в основном песни старые, избитые. А если заказать новую в Москве, мы пытались, то это очень дорого. Поэтому возникла идея своими силами в содружестве с обществом литературным «Парус» и «Орфей». Композиторы «Орфей». Да, «Парус» и «Орфей». Да, Владимир Михайлович Сапрыкин, вот «Мишка, зайка, леопард», Ольга Хомич, «Спортивный марш», слова. Так что у нас уже вот три песенки своих, собственных. Мы можем их исполнять и знаем, что ни у кого их нет. Это только наша. Несколько неожиданно для авторов и самих исполнителей песенка «Мишка, зайка, леопард» стала популярной за пределами Анапы. И настолько, что герои песни воодушевили мультипликаторов. Кто примером в спорте служит для ребят? Мишка, зайка, белый леопард. Сильными и ловкими дети быть хотят. И вершины спорта покорят. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. И вершины спорта покорят. Юные исполнители олимпийских песен не только поют, но и сами занимаются спортом. Саша Яровой в школе айкидо, Даниил Серебренников – карате и футболом. Им нравится спортивный марш. Конечно же, мечтают поехать на Олимпиаду, болеть за российскую команду и спеть там. Ну, мы вот споем песню, и наша команда победит. Ну, я хочу увидеть, как соревнуются. Ну, мне очень нравится этот костюм, потому что он мягкий и пушистый. И в нем приятно выступать. Да, мне очень нравится леопард, во-первых, потому что я в нем выступаю. Потому что он мягкий и теплый. Ну, я хочу тоже поехать в Сочи, потому что, ну, я и олимпийский символ играю. Ну, хочу посмотреть, как факел передают. И сама может выступить. Да, Олимпиаде спорту виват!